В связи с чем были задержаны сотрудниками полиции? С распространения наркотических средств. Каким образом распространяли наркотические средства и где? Площадку, сайт. Только в городе Сыктывкар? Город Сыктывкар. Кому принадлежит данный интернет-магазин? Не могу знать. Мне. Не может знать? Сайт и... Интернет-магазин? Магазин мне принадлежит. Каким образом вы создали данный интернет-магазин? До этого употреблял, влез в долги, подумал, что можно создать свой магазин и вылезти из долгов. Я вас понял. Площадку. Каким образом открыли? Через интернет. Заплатил аренду в размере 7000 рублей. За какой промежуток времени? За месяц. Угу. Я открыл. Распродали? Начал распродавать, да. За продажу. Зачем были задержаны? Какие наркотики вы сбывали? Мефедрон. Как? Мефедрон. Мефедрон. Каким образом сбывали? Руки и сайт. Сайт. Интернет-площадка. То есть и из рук в руки, и работая на сайте. Работая, скажем так, закладчиком. На какой интернет-магазин? То есть вы работали, помогали ему работать закладчиком на его интернет-магазин. Да. Со своим товарищем. Угу. Все, спасибо.